столице республики открываются весенние сельхозярмарки с 22 апреля по 21 мая. Купить сельхозпродукцию можно будет на трех площадках. Ярмарки откроются в районе торговых комплексов Николаевский, Северная ярмарка и рядом с рынком по улице 324-й стрелковой дивизии. Горожане смогут приобрести качественную сельхозпродукцию, а также посевной материал местного производства. Продлится месячник до 21 мая.